Все проснулись, все готовы. Тяжело собираться. Нормально. Да. Все хорошо. Мы выезжаем из города Питешти. Погода великолепная. Спалось нам тоже очень хорошо. Вообще можно сказать, что нам очень повезло в этом путешествии с погодой. Дождя нигде не было. Да, но было немножко жарковато. Наша дорога полностью проходит по автобану. Заезд будет в столицу Румынии, город Бухарест. Там, в центре города, мы остановимся возле большого фонтана. Это центральная площадь города. И дальше в Констанцу купаться в море. Дорога хорошая, ровная. Все отлично, она идет. Единственное, местами был боковой ветер, и он немножко мешал, поэтому скорость сильно не превышали, ехали в спокойном режиме. В центре Бухареста, Румыния будет скоро покорена. Бухарест такой немаленький город, его население около 2 миллионов человек. Ну, также еще Бухарест считается как и Рим, что он построен на 7 холмах. В целом город такой своеобразный, окраины немножко старые, заброшенные. Ну, в центре города достаточно красиво. Также еще движение в городе такое немаленькое, машин много. Ну и мы обратили внимание, что Румыния немножко отличается от других стран Евросоюза. Здесь водители не уступают дорогу мотоциклистам и как-то так даже немножко прижимают, когда ты пытаешься проехать между машинами. Постепенно мы выезжаем из города, и дальше также будет автомагистраль, по которой мы будем ехать дальше к морю в Констанцу. Мы подъехали к мостам через Дунай. Проезд по этим мостам платный для легковых автомобилей, для мотоциклов проезд бесплатен. По трассе машин немного, можно было ехать и немножко быстрее, но единственная погода была, да, сказал, что великолепная, но за бортом было где-то 34 градуса в тени, то есть жарковато. Мужики! Мужики, мы приехали. Валик. Ой, Констанца. Мы в городе Констанца. Поселение в отеле. Мы пошли гулять по центральной пешеходной улице. Вышли на главную площадь. И там готовился концерт. По
центральной улице мы спустились к морю. Ну, все-таки нужно покупаться, но решили сначала поужинать. Ужин затянулся, но мы при этом даже покупались.